Всем привет! Перед вами начало моей новой работы, причем самое-самое начало. Это подготовка. Я очень надеюсь, что не получится так, как с дизайном Moulin Rouge, что подготовка, в общем, не получилось сделать так, чтобы ее увидели все. Думаю, сейчас все получится. Так вы можете видеть ткань, на которой я буду вышивать. Это моя любимая муранка. 32-й каунт, цвет, все видно, мне кажется. Да, вот сейчас цветопередача такая, как есть. Ниточки не совсем привычны, вернее, не совсем моя цветовая гамма подборка, но очень красивая работа будет, и я просто не смогла устоять. Здесь ниточки и DMC, и SHS. Я уже сразу стала писать. Если в прошлой работе я просто полосочку рисовала, то да, вон можете увидеть СХС. То есть и те, и те. Да, самое главное, что же это будет за работа? Это снова парижский дизайн, французский дизайн. Это будет работа по дизайну мадам Ляфи. Для меня это первое знакомство с ее работой, и я надеюсь, не последнее, потому что дизайны у нее просто необыкновенно красивые. Размер в крестиках 194 на 197. Да, это сэмплер. Правильно произнести название этого сэмплера по-французски у меня не получится. Никак не получается воспроизвести то, что озвучивает переводчик Google, поэтому я лучше предложу вам перевод. Из нескольких вариантов мне больше понравился возвращение «Добро пожаловать домой». Там были еще варианты с возвращением, с приездом, но пусть будет «Добро пожаловать домой». Снова и снова, в последнее время у меня это часто звучит, и в этой работе тоже я хочу сказать большое спасибо своим друзьям. Девочки, без вас этой работы просто не было бы. Вы помогаете мне и ниточками, и тканями. В общем, я не знаю, как мне вас отблагодарить. На этом, пожалуй, все. Я не умею долго рассказывать о вышивках, о ниточке. О них и так все сказано. Как они выглядят, вы видите. Лучше я пойду вышивать. Вышивать буду снова на раме. Сейчас только обработаю на машинке край, чтобы он не осыпался, и можно будет приступать к вышивке. Да, не знаю, как получится, но в голову пришла идея заменить белый цвет, не везде, но, в общем, вы видите, где, бисером. Надо будет наведаться в магазин, и если он там есть, то так и сделаю. На этом на сегодня все. Желаю всем прекрасного настроения. Надеюсь, группа поддержки будет такой же активной, как и во время вышивки дизайна Moulin Rouge. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!